Что, если в будущем разработают экспресс-тест на рак наподобие быстрой диагностики ковида? Это может стать реальностью, в том числе благодаря исследованиям доцента кафедры общей физики САРФТИ Нияо Мифи. На базе учебно-научной лаборатории института он вывел особый, более детальный способ анализа клетки. В современной медицине используются биомаркеры, например, для определения заболеваний, в том числе и раковых. Но часто, особенно на начальных стадиях, такие биомаркеры они могут или не показать наличие раковых клеток, либо могут дать ложные какие-то результаты. В нашей лаборатории мы используем подход, который позволяет оценить физические изменения клеток, в том числе и раковых, на начальных этапах. Таким образом, мы как бы комплементарно к биомаркерам пытаемся найти те физические изменения, которые характерны, например, для раковых заболеваний или для других заболеваний человека. И часто это действительно помогает более точно поставить диагноз, когда, например, для анализа доступно всего несколько клеток. На тему методы сканирующей зондовой микроскопии для оценки физических маркеров раковых заболеваний Максим Докукин защитил докторскую диссертацию. В ее основу легли более 40 статей исследовательских работ ученого. Доклад заслушивал Совет МФТИ. По словам Максима Евгеньевича, это результат упорного труда, в который активно включались студенты и аспиранты. Их количество более 10 человек. А здесь мы уже можем говорить о раннем вовлечении в науку. Можем уже говорить о подготовке не просто специалистов, а специалистов ориентированных, практикоориентированных, специалистов после выпуска, готовых сразу приступать к производственной деятельности. Поскольку мы являемся базовым вузом Российского федерального ядерного центра в НЕФ, это очень важно. Последняя работа Максима Докукина была посвящена исследованию активации нейтрофилов – клеткам крови, которые отвечают за иммунитет, борются с бактериями и вирусами. В момент воспалительного процесса сильно меняется их структура, что можно отследить с помощью микроскопа. Максим Докукин выступил с устным докладом на юбилейной 25-й Всероссийской конференции с международным участием жизнеобеспечения при критических состояниях. Наша лаборатория сотрудничает с Московским центром ФНКЦ РР, это центр, занимающийся реаниматологией. Лаборатория, с которой мы сотрудничаем, она занимается исследованием свойств крови как раз при критических процессах, например, возникающих при реаниматологических каких-то ситуациях. Максим Докукин закончил физический факультет МГУ имени Ломоносова. Во время учебы в аспирантуре его пригласили в Южную Корею по обмену. Тогда Максим Евгеньевич понял, что хочет посвятить жизнь науке. По возвращении защитил кандидатскую по физике твердого тела. Остался в МГУ. Через несколько лет ученый оказался в Японском университете. Позже 10 лет посвятил работе в США. В 2018 году Анна Геннадьевна пригласила меня в Саровский физтех, где, значит, спустя несколько лет была открыта эта лаборатория. Вот. И здесь, соответственно, я продолжил свои научные исследования. Технологии, которые мы здесь разрабатываем, значит, они находятся на самом переднем крае науки. Максим Евгеньевич выражает благодарность руководству САРФТИ за поддержку в научных исследованиях. Также он поблагодарил коллег, студентов и аспирантов, которые проявляют большой интерес и помогают в работе в стенах лаборатории. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.